В Канаде начали производить инвалидные кресла-внедорожники. Теперь люди, испытывающие трудности при ходьбе, смогут передвигаться на двухмоторных скутерах, разгоняющихся до 90 км в час и подходящих для езды по бездорожью. Машина оборудована литиевым аккумулятором, его хватает на 6 часов работы, и солнечными панелями. Они собирают энергию во время движения и не дадут заглохнуть при длительной поездке. Управлять внедорожником можно при помощи приложения в смартфоне. Стоимость скутеров – $3500. Производители говорят, что уже получили много заказов, в основном из США. Я чувствовал себя в безопасности. Скутер устойчивый и надежный. Я достаточно много ездил по склонам, заезжал во враги и везде чувствовал себя комфортно.